Да, это Doomtree Classic. Вообще, я не думал походить какую-то модификацию к Doomtree. Но меня вообще достаточно долго один человек просил пойти эту модификацию. Я в целом не знаю, буду ли я походить полностью или нет. Сейчас запишем один уровень. Отпишитесь в комментах и посмотрим. Если будет пользоваться популярностью, то, пожалуй, пойдем. Что из себя представляет Doomtree Classic? Это ремейк первого Дума, оригинального, точнее, Дума. А точнее его первого эпизода, только первого, к сожалению, эпизода. Все эпизоды почему-то они не стали делать. А точнее эпизода книги Deep in the Dead. Что ж. По сути, это все уровни они переделали. Все 9 уровней, включая секретный. На движке Doomtree. Так, тут у нас знаменитая рожа Думила из оригинала. Так, поигрывать интро, да. Ночной космал, нет. Hold me planet, нет. I'm trying to die. Ну, знаете что, давайте не будем хардкорничать, давайте на среднем. Сейчас будет видеозаставочка. К сожалению, она все на английском, сами понимаете, это любительская модификация. Русского вот тут и не будет. Но в целом тут все без слов более-менее понятно. Я пока помолчу, а вы смотрите. Proceed with the experiment. Now just stand over there on that platform, if you would, please. Shit. Clean up. We have another exploder. Already here. Thank God this is top secret, or we'd have no volunteers. I don't understand. It worked fine 2 weeks ago. Yeah, but this is just a small setback for the overall project. Hey, you, get the next volunteer. Yes, sir. One volunteer coming up, sir. Sir. Hmm. What the hell? My God, what have I done? Им пузачи вот за бошку снять. Да. Им приколист, ничего не скажешь. Alright, people, listen up. A few hours ago, we received a message from Phobos, the teleportation research base. Since then, attempts to establish contact with either moon base have been unsuccessful. That's bullshit! Quiet down, now! Since we're the only combat troops for 50 million miles, that means we're going to Phobos. Pronto. You are all dismissed. Good luck, and God help us all. Scout soldier.
time be more prompt. Get your ass out there. Okay, we've breached the hangar doors. What's that? Whoever's left, if you can hear me, get the hell out of... Так, эпизод 1, Калта 1. Ну, это по сути один эпизод, но это так Калта называется. Что ж, я честно скажу, в этой модификации играл один раз, но не походил полностью. Я еще играл в нее, когда там бета-версия была, то есть несколько Калт. Музончик там как из оригинала, бодренько, все так. Да, все это на движке Дума 3. Так. Блин, да они даже эти бутылочки переделали. Круто. А уже перезаряжать не надо тут. Это все-таки классика. Что ж, давайте отправляемся вперед. Даже звук у пистолета другой зашибся. О, даже модель долбаша сделали, ух ты. Да, выглядит, так сказать, не суперски, как-то немножко говененько, скажем так честно. Ну, все-таки любительская модификация, оно ясно. Тут даже прыгать можно. Крас. Хотя в оригинале прыгать нельзя было, ну ладно. Дизайн, по мне, весьма неплохой пока. Так, а тут кнопочка, кстати, есть секреточка. А, даже тут это есть. Ух. Она открывает вот эту дверку. Ну, мы сюда пока не пойдем. Мы пойдем другим путем. Бочки даже другой модельки немножко. Ну, по сути, так же взрываются. У шотгана немножко другой звук. Моделька Малпеха, прям как из оригинала. Тоже, в принципе, так средненько сделано. Ну, любители это вполне неплохо было сделано, я сейчас скажу. Да, шотган, конечно, вещь. Неплохо. Да, дизайн такой более современный. Хотя классика веет отовсюду. Уровень полностью знаком. Все знакомо, весь дизайн знаком. Многие моменты тоже, по сути, знакомы. О, там МСВ даже. Вообще, попадай в него. А, вот все. Так, им поубили. Тут трупик чей-то. Это не важно. Аптечки тоже другую модельку сделали. Так, давайте по секретах посмотрим. Так, тут вдруг открываться где должна, ага. Так, у нас на бронежилет, побегаем. Эта фигня подержечь должна. Кислота. Так, вот и все. Так, мы, собственно, сюда и вернулись. Так, вот там у нас открылось. Так, тут еще один секрет. Ну, поднимайся, поднимайся. Так, тут только броня, по сути. Блин, даже коробочка с патронами, скажите еще другое, офигеть. Неплохо, ребята, поработать. В целом, да, вся классика переделана. Что ж, наверное, на этом весь заканчивается. Ну-ка. Сюрприз. Что ж, ну вполне неплохая, по моему мнению, модификация. Переделали, видно, весь эпизод. Вполне неплохо, мне кажется, для любителей было сделано. Я пока походить не буду, вы оцените, если понравится, я пойду весь этот эпизод, точнее модификацию. Что ж, всем спасибо. Так, все секреты, три секрета, убийство 2020.
предметы не все, конечно, на это шли. Ну да, весьма быстро прошли. 4 минуты 27 секунд. Так, ух ты, даже на спульс написан наш, офигеть. Круто. Так, это вторая карта, но я ее походить пока не буду. Так, мы вроде бы приехали. Ладно, всем спасибо, оцените. Если понравится, я буду походить полностью эту модификацию. До новых встреч.